Сегодня стартует второй день итоговой стратегической сессии сбережения населения. Она посвящена развитию регионального здравоохранения. Эксперты и представители общественности обсудят, какие шаги предпринять, чтобы улучшить качество медицинской помощи, повысить продолжительность жизни и минимизировать риски опасных заболеваний. При этом необходимо максимально использовать потенциал Самарской области. Нам крайне важно, чтобы мы понимали, куда движемся и как будем добиваться поставленных целей. Мы должны сформулировать не просто очередные планы на год или на 3 года. Нам необходимо разработать комплексную, долгосрочную стратегию развития региона, которая станет ключевым ориентиром при принятии социально-экономических планов, программ на многие годы вперед, на основании которых мы выработаем ключевые показатели результативности каждого руководителя. В первый день сессии в ее работе приняла участие глава Федерального министерства здравоохранения Вероника Скворцова, которая обозначила общероссийские тренды развития медицинской отрасли. Сегодня к работе присоединятся другие федеральные эксперты. Чтобы стратегия действительно работала, она должна идти от людей и их интересов. Именно поэтому документ обсуждают в широком формате. К его формированию может подключиться абсолютно любой житель региона. Достаточно оставить свое предложение на специальном сайте «Стратегия лидерства 63lider.ru». Следующая сессия, которая пройдет 31 июля, станет погружением в вопросы кадровой политики.